север Москвы, у северного вокзала, северного речного вокзала, вот такие фонтанчики, жара 31 градус. Причал северного речного вокзала, Москва. Построено в 1933 году. Сталинский ампир. Арки, своды, колонны карельские, мозаика и много мрамора. Просто прекрасно. А на полу символика. Морские якори. Ресторан в таком старинном стиле, с пальмами, столики, паркетный пол, музыка советская, очень все в старом классическом стиле. Прекрасно. Анна Каренина, такой старинного типа катер, и немножко дымящий, шумный. Посмотрим, что дальше. Вот как у Островского в жестоком романсе. Бесприданец, точнее. Такие вот катера старинного типа. Внутренний салон. Закрытый, верхняя палуба, рубка капитанская. По-моему, родился в машине, усилий. Родился в машине, как А вот в этом зале у нас будет банкет. Вот сегодня после экскурсионной программы. Такой теплоход, ретро-стиль с деревянными балками, с низкими потолками, еще старинной мебелью, с такими светильниками, вот, с зеркальными колоннами. Такая вот роскошь, ну, наверное, 50-х-60-х годов. Вода в иллюминаторе на уровне воды. Низкий уровень. Приплываем мимо музея, который находится подводной лодки ВМФ на данный момент, но он фактически летит. То есть его как раз здесь на постаменте сделано. Архитектура Москвы. Химкинское водохранилище, вот такие вот своеобразные дома, башни. Сельский канал, он по объему, он по длине больше инженеров. Мы все идем по каналу Москвы. Такой задачи, да, осуществляли такую задачу сложную. Эти вот насаждения зеленые, это ручной труд. Здесь была глина, была завезена земля, посажены деревья. Сделать дрежки на электрической тяге. Они такой треугольной формы были, как бы конусом вверх заостренные, и с задней стороны имели перекладину. Они насыпали до 200 килограмм грунта, и они деревянным настилом двумя тросами поднимали наверх грунт и выражали его сразу на платформу. Thank you.
Приплываем в Долгопрудный по каналу имени Москвы. 128 километров длина этого канала. Метро было полностью зонировано, чтобы немцы не могли в дальнейшем его использовать в качестве бункеров или каких-то служб доставки боеприпасов или своих целей. Северный речной вокзал очень красивый. Он был построен как порт Пяти морей в 1933 по 1938 год. И строили его в духе в стиле корабля. Действительно, просматривается корабль с палубами и с такими галереями. Колоннада тянется, как галерея, венчает в самом центре порта колонна с звездой. Внутри очень комфортно.